Ой, конечно, господи. Ребята спасли кошку со второго этажа. Это Нюша. Так, подождите. Подождите. Вам 18 дней было насрать на этих животных. Хотя вы вырываете? Выбирайте. А потом вы будете бить себя пяткой в грудь, что вы достали? Это вы бьете пяткой в грудь и позорите меня по всем соцсетям. Нет, нет, нет. Хотя вас здесь не было. И вы не спасали. И вы ничем нам не помогаете. Забирайте кошку и свободны. Я вам? Свободны. Свободны. Я слышала, что вы неприятные, но тут настолько. А вот я знаю, что... Ребята, в общем, кошку спасли со второго этажа. Это наша Нюша. Это наша Нюша. Мы сейчас будем связываться с хозяевами. Связались, да, с хозяевами? Вот, подойдут сейчас хозяева. Дождемся здесь? Она подходит. Все, отлично. Кошку только что вытащил работник со стройки. Вчера была установлена каталовка, и вот она в нее зашла. Она, конечно, в очень плачевном состоянии. Ее сейчас необходимо ввести в клинику и проводить всяческие анализы. Кошка даже не стоит. Она очень плоха. Вот, но сейчас ждем 11 часов, будем разговаривать с властями по поводу шестого этажа. Да, ура! Вторая победа, ребят. Самое сложное осталось. Самое сложное, да.